Сегодня мы решили вам показать увлекательное путешествие по красивейшим местам нашей родины, нашей малой и красивой Кабардино-Балкарии. Я думаю, всем вам понравится. Маршрут будет пролегать в горах, маршрут будет пролегать в интереснейших местах. Итак, будьте с нами. Едем на мотоциклах. Мы заезжаем в Личинкай в лес, и вот там, через перевальчик, вот сюда, на Тажукино выходим. Там есть дорога такая великолепнейшая. И потом поднимаемся вот там, горы Харахоры начинаются. Харахора и вот это Нагорье. И обычно вот по этому Нагорью мы спускаемся в Кенделен. Но так как мы на машине, мы поедем по асфальту до Кенделена. Линия Заюкова. Основная, так сказать, особенность этого селения в том, что это старейшее адыгское поселение на территории Кабардино-Балкарии. Первые упоминания в персидских и турецких источниках об этом поселении относятся к 14 веку. И должен сказать, что на начало 19 века основными князьями, значит, этого поселения были основная дом Атажукиных. А так, село Заюково на самом деле одно из самых длинных сел. Вот на машине мы едем уже очень долго. Все, едем и едем, и все. Где-то середина села. Не знаю, сколько километров. Одно из самых больших сел в республике. Ну, длинных точно. Нет, одно из самых больших поселений. Да? Да. Может. Вот она, Харахора. И вот там находятся эти шахты. По крайней мере, два входа я знаю. Ну, на самом деле, там очень интересные камни, такие необычные, вообще удивительные. И воображение разыгрывается безумным образом. Особенно, если, как говорится, газануть немножко коньячку, там, шашлычком. Так вообще круто. Последняя заправка перед нашим путешествием дальнейшим, которая будет пролегать через Кенделен. Дальше на Тезильское ущелье. Дальше, по всей видимости, у нас уже заправок не будет. Вот там начинается за Кенделеном дорога на плато Канжал. И также дорога в Тезильское ущелье там начинается. Левее Тезильское, прямее плато Канжал. А это Баксанская, при Эльбрусе дорога уходит. А вот здесь мы поворачиваем направо. Вот этот, вот прямо на этом знаке. Кстати, самая последняя бензиновая заправка, вот, Роснефть, вот она. Дальше, направо, до Джеласу, никаких заправок, все с собой берите. Вот мы едем по Кендулену, на этой развилке, налево дорога ведет Тызыльское ущелье, а направо дорога уводит нас на плато Канжал. Горные коровы, только здесь они на скалах пасутся. Козы отдыхают с турами. Так, это самое начало Тызыльского ущелья. Вот село Кенделен, от него начинается Тызыльское ущелье. И идет вдоль вот то Канжал. Канжал, короче говоря, сверху. А вот этот Тызыл вниз туда. Очень красивейшее. Мы еще сейчас вот на те полянки заедем, поснимаем. Я думал, вы поломались, хотел помочь. Спасибо, извините. Всех благ вам. Всего вам хорошего. Хороший, хороший. Да. Гордых гор дыхание, ледников сияние. Где бы я ни хаживал, я не смогу забыть. Ширину, еще раз повторяюсь, с метр. Тызыльское ущелье.
Get out. Si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. Tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde цветов очень много. Вот они их мадят сюда. Города совсем никуда. Толпами, никуда, никуда. Нельзя покрыться нам. Милый год, милый друг мой, прощай. Вон оно, поток канжал. А вон хаймаши. Вон хаймаши, видишь? В такие минуты думаешь о вечности. Но... мне кажется, вечность — это ничто. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вообще-то это кинотеатр «Нарды». А вот только гостиница или жилой дом был, я не знаю, вернее. Это все такое заброшенное, разрушенное. Жизнь теплится по-любому. Кинотеатр уже, наверное, вряд ли кто посещает. Но раньше это было, как сказать, место поклонения. Это Тезильское ущелье, это его самое начало, там где-то начинается, и до Кенделена спускается. Там раньше был, по-моему, поселок Звездного назывался. Молоко, представляешь, какого у них? А сыр вообще шедевральный. Кто верит в Магомеда, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта нас во всем хорошую религию. Вот он, Стоунхедж. Вот тот канжал, построенный в каких-то советских временах и недостроенный. Местный Стоунхендж. Некое какое-то загадочное строение, очевидно, которое строили ученые. Тезильское ущелье закончилось. Вот в этом месте так. Дальше горы пошли. Вот это ущелье, где водопад Гедмышк, царский водопад, так называемый. Вот она. По-моему, это оно. Почему? Колбасу дал? Потому что мясо не дал, он не дал. Серьезно? Серьезно. Хазаль для таура мой. Дал. Красота. Гимн восходящего солнца. Великая, так сказать, великий стон.
американской истории, который дошел до нас в виде песни. Тех ребят мы и любим кушать. На фоне, даже, смотри, какая красота. Мы сейчас сделаем привал. Вот тот Канжал, мы стоим на краю, и все, смотрите, любуйтесь. Вот там должен быть эльф, но он закрыт горами. Вот эти тучи сверху его закрыли. Они ниже нас, кстати, тучи, видишь? Птицы не люди. И не понять им, что нас вдаль влечет. Только стервятник, старый гриф стервятник, знает в мире, что начал. Бегут куда-то по камням. Вновь
Наше путешествие сегодняшнее закончится, потому что уже темнеет. Вот такой великолепнейший закат наблюдаем. Сейчас мы спускаемся уже обратно в Кенделен и по асфальту в Нальчик.